have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и Мини Моторвейс. У нас тут недельный челлендж в Варшаве. Я думаю, что мы его сейчас... Вот есть еще в Дар-Салями, но тут два. Я все-таки предпочитаю недельные, у них они лучше получаются. Вот, и заодно, пока мы сейчас начинаем играть, сделаем небольшое объявление. Я думаю, что со всей этой трилогии игр... мы с вами уже разобрались, мы, по сути, прошли все три игры. Я думаю, что мы, наверное, будем искать какие-нибудь новые развлечения на выходные, раз сколько-то там будет еще выходить или Mini Motorways, или Mini Metro. Но это перестает быть нашим основным проектом. Вот, поэтому... А я могу только так... Мне не хватает. Но я подожду тогда. Тут у нас как? Прямые линии стоят в два раза дороже, но нам дают в два раза больше плиток. Поэтому мы будем экономить на поворотах. То тут, то там. Значит ли это, что я хочу повороты использовать? Не уверен. А как? А серьезно, как? Это, конечно, все офигенно, ну, четверг, а там уже, вы чё, так нельзя. Я понимаю, да, но... пятница, ну давайте скорее, может успеем. Нужно спасать. Суббота. Ну, то есть, это прям реально просто невыполнимая тема. Это не то, что я капризничаю, а... Туда срочно сейчас надо ехать и забирать. Как только мне дадут плитки. 40 плиток и рандепота. Быстро пошли. Прям моментально пошли. Нет, там разворот стоять негде. Офигенно. Быстрее едьте. Вот этот домик через это я даже не могу подсоединить сейчас. О, наконец-то начали вывозить. Хорошо, мы были сейчас очень близки к проигрыванию, к проигрышу. Прям в начале катки. Нужно ну, тот домик как-то завести сюда. Вот так вот. Точно. И он теперь сможет сюда ехать, если вдруг надо. Пятница. О, да. О, да. Ну, сидим, ждем, улыбаемся и машем. Я понимаю, но мы до воскресенья туда дорогу не построим. Висла, зависла. Давайте скорей. Воскресенье. А, просто 60. Я дерево не хочу рушить. Ну, ломать в смысле.
Мостов у меня не осталось. Хорошо, я вас понял. Лишний трафик создали. Ну ладно. Я на самом деле совсем не уверен, что мы куда-то далеко едем с такой... с таким формированием домов это, так что... Ну, а то он и челлендж. Посмотреть, на что мы способны, да? Блин, с этим перекрестком надо что-то делать. Так попробуем сделать. Вот тут выезд затруднен, да? Да. И сюда на самом деле еще один мост. И было бы прям шоколадно. Во-первых, где взять мост, где взять на него ресурсы? Сейчас будет воскресенье, надеюсь, в воскресенье мне как раз мостики подвалит. Сколько у нас? 47 плиток осталось. Ну, то есть это пополам. Это получается 23 плитки, грубо говоря. 23 плитки это не густо. Возьму ранды, потому что Motorway прям мало плиточек мне даст, это печально. И вы сюда поедете. Включаешься сюда, сюда. Супер. И деревья не поломаем. И с трафиком будет немножечко полегче. Че вы тут стоите, вот эти оранжевые, че вы зависли там? А че реально, вы че вы там стоите, придурки? Блин, дерево все-таки сломалось. А почему? Я ж поставил там круг, я нормально был. Поклацал на него, дерево сломалось, машины поехали. Че, блин, происходит? Давайте разъезжайтесь, придурки. Люди не понимают правила круга. Вот ему нужно вокруг ехать, но он при этом стоит и пропускает, чтобы вы на круг въехали. У тебя право вперед проехать. Мне нужен еще один мост вот здесь снизу. Охренеть, как нужен. Но мост не дают. Ну-ка, воскресенье уже. Ну-ка. Мост. Давай сюда. Ну, идеально же, слушай. Ужас какой-то. Так, хочу ли я... Мне не хватит, да?
Не будете, вы будете по низу ездить или нет? Будут, хорошо. Если мы снимем фиолетовых с середины, но они будут еще вверх ездить, да, там мы ничего не сделаем. Но, по крайней мере, часть фиолетовых, которые будут ехать в этот торговый центр, они будут здесь. Хорошо, хорошо. Ну так вот это освободите мне. Суббота. Уезжай оттуда, освободи мне плитки, блин. Зелени кусок. Все, теперь сюда едьте, нормально. Зеленых запустим в эту сторону, в часть фиолетовых в эту сторону. Немножечко диверсифицировали. Теперь мост наверх было бы еще неплохо. Прям, ну, там посмотрим по плиточкам, как будет получаться. Па-па-па-па-па-па. Это какой замкнутый круг? Мне нужно взять хайвей, потому что он ставится без ограничений по плиткам, но я не могу его взять, потому что иначе мне тогда плиток не хватит даже просто пернуть тут где-то, поэтому... Вот такая фигня, малятки. Я могу рандепаут поставить. Поставить я могу его, наверное, здесь. Это хорошее место. Пересечение трех торговых центров. Прям неплохо будет. Какого же... А как? А зачем? А где? Вы чё? Извиняюсь, но, блин, это как-то вот... Это нелогично, то, что вы сейчас сделали. Мне тогда вот сюда мост нужен, или вот сюда. Мне вообще, в принципе, или мост, или хайвей нужен. Хорошо, все, пофиг. Сейчас что будут давать, я беру или мост, или хайвей. Прикиньте, ни то, ни другой не дадут. Да ну нафиг. Часть сюда, часть сюда. Все правильно. Даже, наверное, сказал бы вот этот сюда. Три туда, три сюда. Отлично. Хорошо. С зелеными проблема. Проблема. Нужно срочно туда их как-то доставлять по-быстрому. Хайвей. Тогда вот эти будут ездить сюда, а вот эти будут ездить сюда. И с зелеными мы относительно разобрались. Хорошо. Сейчас повозвращаются все вот эти, которые поуезжали хрен знает куда. Поразъезжались, блин, быстро, придурки. Отрежьте его нахрен отсюда, чтобы сюда ехали зеленые только с того квартала. Все. Заколупали, блин. Забивают мне там трафик, едут хрен знает куда. Я тебе еще погудю, блин. Гудини.
Блин, зачем вы столько вокруг-то есть? А вы еще и зеленых мне сюда, серьезно? Туда едьте, придурки. Я кому, блин, этот хайвей сделал? Зачем ты выезжаешь и едешь сюда? Ты в Нижний едешь? Если ты не в Нижний едешь, я тебе удар... Охренеть, смотри, какая тварина. Он выехал и поехал в общий трафик переться вот к этому торговому центру. Как ты это делал? Зачем ты это делал? Охренеть. Мост. Ты понимаешь, эти теперь проехать не могут из-за вас. Зеленые просто заруинили катку. Смотри, забили всю карту, хрен знает, где находятся. Зачем вы едете в середину? Я вам сделал столько объездных путей, чтобы вы по-человечески ехали и справа, и слева, и поверху. И все, зачем вы едете через середину карты? Вас там вообще не должно быть. Ну, вот сейчас вот тот бежевый торговый центр, скорее всего, лопнет. Потому что туда просто не приезжают машины, их туда не пускают. Да. Зеленые, блин, придурки заруинили картку. А, это обидно. Ладно, ребятушки, будем на этом тогда заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.